Алексей, кстати, вот любит петь. Я могу подпеть, если что-то я знаю. Я, да. я думаю, что... Растеряева того же. Сводный ансамбль Алексеев-Саватеевых надо, под руководством... Без тренировки, без этого, как сказать, да. Без репетиции, поэтому... Экспромт. Надо понимать, надо относиться к этому, к тому, что будет звучать, относиться толерантно. Относиться толерантно. Да, нет, ко главное, всем ложаниям. Если там... это будет с душой, мне кажется, это, да. Это будет в что, любом в принципе, случае да, хорошо. Да, если что-то... Ну что? Нет, ну а я нужен, нет вам вообще. Вы обязаны просто это сделать. Я вообще вам нужен. Я хотел как раз сказать, что дальше я не помню слов. Это проблема всех спонтанных коллективов. Да, первый куплет отлично, да. Дальше не помню слов. Но может быть что-то я и буду помнить полностью. Я не знаю, посмотрим. Чем рискую на свете я мигом одним.
Потрясающе видеть семиструнную гитару, а? Вот... Не перевелись еще, да, мастодонты. Помнишь Висбора, да? Да, Высоцкий. Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару. Уже когда я учился на гитаре, это звучало очень странно, потому что уже почти никто не играл на семиструнке. Так сейчас достаешься? Семиструнка? Семиструнка, да. Семиструнка? Да. Враги сожгли родную хату. Сгубили всю его семью. Куда тебе пойти, солдату? Куда нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе, а на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат и словно колья, застряли в горле у него. Сказал солдат, встречай прослоя, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Твой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только тихий теплый ветер траву могильную качал. Давно солдат ремень поправил, достал мешок походный свой, бутылку горькою поставил на серый камень кровавой. Солдат своего народа и с болью в сердце говорил, я шел тебе четыре. Слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. На груди его светилась медаль за город Будапешт. Пропустили пару куплетов, да. Но я не помнил, как начинается. Сойдут со мной друзья-подружки, да, но да, не да, садись да, в один наши. Куплет, да. Один пропустили. Раскинулось море широко. Но тоже мы пропустим, наверное, половину куплетов из классического варианта. Что? Раскинулось море широко. Ну, раскинулось. Хотите раскинуть? Ну, сделай что-нибудь. Что я только порчу там? Ничего ты не портишь. Мне вчера палец выбили и в челюсть дали. Господи, как это? На тренировке. А, за тренировки, я понял. Я уже думал, неужели в Москву гопники вернулись? Издержки профессии. Это как мел на лацкане профессора, так и у нас выбитый палец. Блин. Поэтому я сегодня не все попадаю. Ну что еще можно? Щупать этого тональность. Так, здесь высоковато, да, будет? Раз. Может, миллеры? Мы же то, что все знают. Пытаемся нащупать, да? Не будем? Пожалуйста. А, ну, конечно, да, можно, да. Какая-то нанес сразу. На,
Нет, а может все-таки в соль. Не могу понять, чем я пил. Там очень большой разброс нот, поэтому надо выбирать вот, ну, как бы ту самую тональность, которая и вверх идет, и вниз голос до конца. Раскинулось море широко, и волны бушуя вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. Товарищ, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. Огни в моих топках совсем догорят, в котлах не сдержать больше пару. Пойди, расскажи им, что я заболел, и вахты не кончил, бросаю. Совсем занемог от жары. Не помню, да? Стоять бы, нет сил, пропадаю. Окончил, бросать он напился воды. Воды опресненной и чистой. Со лба его капал под сажи следы. Услышал он речь машиста. Ты, вахты не кончив, не смеешь бросать. Тобой недоволен, ты к доктору должен пойти и сказать, лекарство он даст, если болен. На палубу вышел, сознания уж нет, в глазах у него помутилось. На миг увидал ослепительный свет, упал, сердце больше не билось. Проститься. Не забыл уже дальше. Сейчас. А сыграть? На последний. Последний. Последний куплет. А? Вот это же там тремоло. Это как сыграть? Это, чтобы... А. Был тих и недвижен тот миг океан, как зеркало волны блестели. Явилось начальство, пришел капитан и вечную память пропели. Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут, она зарыдает. А волны все так же бегут за кормой, и след их вдали пропадает. А волны бегут, бегут за кормой, и след. Я как на правах единственного зрителя бурные, бурные аплодисменты переходящие. На домре играл Алексей Владимирович Саватеев. Солист. Пытался солист исполнять Алексей Владимирович Саватеев. Игорь, а можешь последнюю песню подарить мне на канал? Да. Одну, последнюю, вот после прощания. Вот хорошо. Это сейчас. Спасибо огромное. Ну все, ну я думаю... Да. Здорово, да. Спасибо, хорошо, спасибо, дорогой Алексей.